Привет всем ковбоям, с вами как всегда Стич, и сегодня я покажу одно секретное место в Red Dead Redemption 2 в городе Сен-Дени. Бьюсь об заклад, что никто из вас его еще не находил, потому что оно находится под землей, и это секретный тоннель. Я уже, если честно, немножечко подустал от различных пасхальных яиц в игре, от тайн, поэтому сегодня будет такое лайтовое видео, которое посвящено секретному тоннелю. В принципе, в GTA 5 тоже был некий тоннель, правда, он был не секретный, где все думали, что там за ним что-то находится, за этими дверями, но ничего потом не нашли, и только в дополнение GTA Online разрабы сделали, так скажем, продолжение этого тоннеля, да, Т-01, если я не ошибаюсь, он был, может, поправьте меня, если я ошибаюсь, потому что, если честно, я в этот тоннель как-то особо и не вникал в GTA 5. Ну а здесь такой вот найден очень интересный тоннель, который находится в порту. Ну и зайти с него можно с двух сторон, либо вот с этой стороны, где сейчас я нахожусь, либо с другой стороны в доках, где, собственно, работают рабочие. Очень интересный тоннель. Сейчас мы с вами по нему пройдемся, посмотрим, что он из себя представляет. Скажу сразу же вам наперед, что я пробовал с помощью фонаря. В ролике я вам это не покажу, но вкратце расскажу, что я пробовал с помощью фонаря и револьвера попасть вот за эти стены слева и справа. Но, к сожалению, у меня это не получилось сделать, потому что не дает вообще никак вот проникнуть через эти стены. То ли ракурс какой-то другой получается, то ли из-за того, что стены имеют вот эту вот выпуклость, да, так скажем, поэтому не получается туда попасть и посмотреть, что там такое происходит. Но многие говорят, что вот этот вот тоннель как-то связан с DLC. Не знаю, насколько это, ребят, правда или нет, надо смотреть, ждать, разбираться, но место прикольное, интересное, обязательно всем советую сюда сгонять и посмотреть. Здесь, как видите, у нас с вами находится рабочая зона, где работают люди. Если вы будете просто в Сен-Дени, то вы, может быть, сюда и попадете, но вряд ли увидите вот это вот место, вход вот в этот вот самый тоннель. Поэтому, друзья, скажу еще раз, обязательно сюда приходите, смотрите. Еще такая одна небольшая ремарка. Когда я возвращался в этот туннель, в него зашел, я достал пистолет и попробовал выстрелить по лампам, которые висят сверху тоннеля, и меня спалили там свидетели. Прибежал, кстати, коп в этот тоннель каким-то чудным образом. Я как раз уже вышел из тоннеля, и как только развернулся, смотрю, там такое тело, короче, посередине тоннеля стоит. Я сначала испугался, естественно, но потом, короче, это был коп, который меня уже потерял из виду. Видите, тут свидетель у меня появился. Расследование, да? Это я уже такой некий монтаж сделал. Но там ничего такого интересного не было. Поэтому, ребят, на этом все. Всем ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. С вами был Стич. Всем пока-пока.